Тимур, ты понимаешь, Новая боксерская груша весом в 55 килограммов от министра спорта Московской области и главы района Михаила Токарева. Подарок победителям чемпионата мира и всем спортсменам клуба тайского бокса «Воин». Первым ударил Даниил Никифоров, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по тайскому боксу. Чемпионат мира по тайскому боксу проходил в Анталии в начале октября. К участию в соревнованиях отобрались трое спортсменов из клуба «Воин» – Даниил Никифоров, Анастасия Черкова и Артемий Новиков. Два месяца подготовки, жесткая, расписанная по часам диета, ни грамма сладкого. Важно удержать вес. Малейшее отступление – дисквалификация. 14-летний Артемий Новиков вырос на 8 сантиметров, набрал 10 килограммов. За два месяца спортсмен смог скинуть лишнее, но на чемпионате мира так и не выиграл. Потеря веса сказалась на выносливости. Первый бой он прошел ливанца, а во втором бою уступил белорусу. Но надеюсь, что мы сейчас перейдем в другую весовую с ним. И в Малайзии в 2020 году он вместе с Данилом и с Настей, а может быть еще и с другими спортсменами, станет чемпионом мира. А вот другие два спортсмена, Даниил Никифоров и Анастасия Черкова, в сильнейшей борьбе вырвали золото у своих соперников. Наши ребята прошли спортсменов из Канады, из США, из Украины, из Турции. Никифоров Даниил вот, прошел три боя. Очень такой вес у него был сложный. В первом бою он одолел американца, во втором канадца. И в финале, в очень сложном таком бою, первый раунд он, кстати, проиграл финальный, но получилось его настроить. За счет характера он вырвал победу во втором. И в третьем раунде уже не дал шансов сопернику. Очень такая зрелищная победа была. Вот. Черкова Анастасия, стоит отметить, не проиграла ни одного раунда. Меня Артур подготовил ко второму раунду очень хорошо, собрал меня. А потом второй раунд вышел и победил. Меня папа сюда привел, потому что он сказал, чтобы я могла постоять за себя в той ситуации, когда на меня кто-то будет идти, и чтобы защититься. И так все у тебя пошло-пошло, да? Да. Я занимаюсь 3 года в этом спорте, и мне он нравится. Весь ваш клуб хочу от души, чтобы поздравить ваш тренерский, преподавательский состав. Ребят, вас всех, на самом деле, то, что сегодня двое ваших спортсменов, наших спортсменов стали чемпионом мира, на самом деле это великое дело. И действительно, это очень приятно и почетно все-таки стать чемпионом мира. Это на самом деле это очень большой труд, упорный труд. Ну и, конечно, это лицо и честь нашего муниципалитета, нашего городского округа. От всей души всех поздравляю. Так держать, надеюсь, что мы и в следующем году, и наш муниципалитет, и Московскую область мы не подведем. Беспрецедентное количество участников – 1300 из 100 стран мира. И наши спортсмены стали лучшими. Но останавливаться боксеры из клуба «Воин» не собираются. После поздравлений снова в бой, снова тренировка, чтобы в следующем году на чемпионате мира в Малайзии снова быть сильнее. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, программа «События».